Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я вам хочу показать уникальный виджет, который делает вот такие вот пробегающие по вашему лендингу три разноцветные линии. Это уникальный виджет, и он подойдет не всем, конечно, лендингам, но в какой-то, может быть, нише он может пригодиться. Мне показался он симпатичным, поэтому я сейчас сделаю по нему обзор. Нельзя задать тут какую-то анимацию, скорость анимации. То есть они будут автоматически вот так пробегать. Нельзя задать количество линий, то есть их всего три. Можно менять цвета линии и можно менять сами линии. То есть делать их, например, вот не пунктиром, как сейчас, а точками или же сплошной линией. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим этот виджет. Как обычно, из библиотеки я перетаскиваю виджет на холст. Виджет сразу же встает по ширине в 100%. Вот вы сейчас видите его на экранах, да, его вы можете перемещать по вашему лендингу, придав ему лучшее положение, то есть там, где вам нужно. И давайте посмотрим его настройки. Background Color – это как бы заливка той части виджета, там, где пробегают сами цветные линии. То есть сейчас вот вы видите, они как бы в режиме редактирования, их видно. Давайте, чтобы лучше вам это понять, по умолчанию посмотрим, как это выглядит. Вот видите, белые такие линии. Конечно же, вот эти белые линии, они могут как бы мешать. Хотелось бы сделать их прозрачными. Но если сзади у вас идет какой-то однотонный бэкграунд, тогда вы можете просто задать цвет этого бэкграунда, чтобы как бы вот эти белые линии были прозрачными. У меня заливка браузера имеет свой цвет. Я код цвета беру отсюда. Захожу в виджет. Кликаю по цвету, здесь вам не видно, но вот здесь вот меняется код цвета. В принципе, если вы уже не новичок в Muse, вы уже должны знать, как меняется код цвета. Тем более я уже об этом неоднократно говорил. Enter, то есть я сейчас поменял цвет бэкграунда. Вот. И теперь, если я его сейчас отправлю на задний план, чтобы у нас не обрезался логотип Muse, сделаю предварительный просмотр. Сейчас у нас якобы, видите, прозрачные вот эти вот области. На самом деле они имеют один и тот же цвет с нашим бэкграундом. Но визуальный эффект это дает. То есть так смотрится намного лучше, когда не видно каких-то белых вот этих вот бэкграундов, да? Давайте теперь разберемся с самими полосками. То есть вы уже понимаете, да, из настроек виджета, что мы не можем никак управлять полосками, но мы можем управлять лишь цветом полосок. Давайте изменим и посмотрим, как это работает. У всех трех полосок меняем цвет. И у нас остается, как я уже говорил, последняя настройка. Здесь выпадающий список. И у нас еще есть два варианта. Это точки. Наши линии сейчас сменятся на точки вместо пунктира. Давайте просмотрим в браузере. Вот вы сейчас видите, да, у нас идут просто как бы такими точками. И у нас еще интересный вариант. Это сплошная линия. Давайте также посмотрим, как это выглядит в браузере. Тоже достаточно интересно. Не знаю, где вы найдете применение данному виджету. Надеюсь, может быть, он вам где-нибудь пригодится. В принципе, вот и все об этом виджете. Как обычно, данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо
с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.